слово. Кипяток одним словом. Я абсолютно не имею ни цели, ни задачи, ни желания пиарить весь тренинг, потому что и так отбоя нет. Здесь 180 человек, а мы прекратили принимать заявки, когда было их 800. Потому что люди наконец поняли, что тренинг – это место, где делается очень важная работа. Где, как говорил один умный человек, щиток выпрямляется и проваливается. Где люди говорят, ё-моё, оказывается, вон оно, как надо было делать. А я целый год сидел, думал, что я все знаю. То есть своими глазами увидеть, ушами услышать, все потрогать, пощупать, побыть рядом с умными, зарабатывающими людьми, побыть в этой атмосфере, подслушать всякие секреты, фишки, поделиться опытом и в результате начать энергично действовать и зарабатывать деньги. Ребята, нас ждет грандиозный прорыв в 2013 году. Во-первых, у нас впереди Доминикана, куда надо делать промоушен сейчас срочно, чем мы тут и занимаемся. Во-вторых, у нас нарастает потребность в том, чтобы такой спецтренинг проводился более интенсивно и масштабно. И вы увидите изменения на этот счет, больше людей может в этом году попасть на спецтренинг. Ну и вообще, пришло время, когда можно сказать, что мы начали наконец-то бизнес. У нас десяток тест-драйвов в неделю, мы сейчас вынуждены добавить еще, потому что просто не хватает возможностей для того, чтобы оповестить наших друзей и знакомых о том, что у нас есть такая тема, такой продукт, такой бизнес. Мы начали, наконец-то, бизнес. Мы начали его по-настоящему, всерьез, вот только-только сейчас. Поэтому, если у кого-то что-то не получилось, если у кого-то какие-то затыки, сомнения, неуверенность в своих силах, то я вас очень прошу. Сейчас этот спецтренинг, вот этот, вернее, гол-тренинг, который мы проведем в течение часа, будет насыщен большим количеством живых, обычных человеческих историй. И если вы умные ребята, и сидите там у себя в своих домах, в своих квартирах, в кухнях, и где вы там сидите за компьютером и смотрите сейчас, что происходит, я вас очень прошу, слушайте внимательно, потому что здесь не будут читаться умные лекции, рассказываться какие-то теории. Сейчас пойдут вот целым троем стоит толпа народу, которая жаждет сказать о тебе пару слов. Потому что нет ничего более важного, чем свидетельство живого человека. Я был никем, у меня ни хрена не получалось, и вот я пришел сюда, и вот я вот начал наконец-то работать и понял, что все возможно, что и я могу разбогатеть. Есть секрет, сейчас я вам скажу его, перед тем, как дам слово выступающим. Есть секрет, состоит в том, что чтобы преуспевать, надо работать, оказывается. Надо просто начать работать. И люди, которые вот начали здесь зарабатывать деньги, они поняли, ё-моё, так я не работал нифига. Я только делал бизнес, и мне казалось, что я работал. Надо набирать свою группу людей и разговаривать здесь с большим количеством народа, своих знакомых. Все. Итак, я предоставляю слово первому выступающему. Они сами будут представляться. И все это будет происходить очень быстро. Фиксируйте себе эти истории, чтобы потом использовать их в общении со своими друзьями. Я желаю вам удачи. Вперед, первый вопрос. Всем привет. Меня зовут Сергей Сенкетов, город Житомир. Статус громче, громче надо говорить. Статус фактический холм. В бизнесе я нахожусь с мая месяца 2012 года. Первые два месяца бизнес шел не очень хорошо. Но, слава богу, я попал и был зачислен на участие в спецтренинге номер 5. Юбилейный спецтренинг. Именно там у меня провалился жетон. Я сейчас являюсь участником уже четвертого спецтренинга. Приехал сюда за платиной.